Всем привет от себя. Рад вас всех поздравить с наступающим праздником 9 мая. И сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о своей первой системе автономного освещения, которую я сделал 1992 году. Что она из себя представляла? Вот это был ящик с аккумуляторами. Аккумуляторы щелочные, емкостью 60 ампер-часов каждая банка. Напряжение у аккумуляторов составляло, общее напряжение банок составляло 6 вольт, точнее 6,25. Значит, ящик имел следующие размеры. В длину он был 37 сантиметров. Ширина этого ящика была у нас 18,5 сантиметров, и высота этого ящика составляла порядка 45 сантиметров. Весил такой ящик где-то килограмм, примерно 15. Что здесь у этого ящика было? Значит, для переноса, чтобы удобно его было переносить, вот здесь вот с левой стороны была одна ручка, с правой стороны вот она другая ручка. Вот также вы видите, здесь еще был ремень, сделанный из буксировочного троса автомобильного, специально для того, чтобы это дело можно было в случае необходимости перенести на плече. В зависимости от того, где вы переносите, как вы переносите. Вообще вот удивительно, что несмотря на то, что эти аккумуляторы 80 какого-то года выпуска, так это получилось, что вот эти вот 1, 2, 3, 4 банки, они еще рабочие. Вот это, к сожалению, самая крайняя прогнила и потекла. Но она давно прогнила, еще 3 года назад. Вообще, вот последний раз я эту систему использовал, наверное, лет 6 назад. К сожалению, вот на сегодняшний день вот емкость данных аккумуляторов вместо 60, дай бог, составляет 15 ампер-часов. Но вряд ли бы за 38 лет, то примерно в 82 году эти аккумуляторы были выпущены, у каких-то других аккумуляторов сохранились бы такие характеристики. Боюсь, что ничего бы не осталось. Кстати, это был единственный плюс вот таких аккумуляторов. Это долговечность. И они также не боялись
глубоких разрядов, перезарядки. Естественно, тут для их работы никакие балансиры никогда не требовались. Ну и еще я вам хочу показать, что у меня было в качестве источника освещения. Значит, был вот такой вот переделанный светильник. Ну, это светильник где-то на 220 вольт был изначально, 60 ватт. Но я сюда всадил мотоциклетную лампочку с двумя спиралями. В одной спирали нить накала имеет 5 ватт, а у другой порядка, да, 21. Ну, такие лампы раньше часто продавались, потому что во многих мотоциклах того времени было напряжение 6 вольт. Сейчас таких мотоциклов практически уже не выпускают. Ну и давайте я вам покажу, как оно светило. Сейчас попробуем включить. Вот это у меня... Так, ну давайте начнем со слабой. Вот это была у меня спираль мощностью 5 ватт. Так, это мы выключаем. Ну, она, в общем-то, использовалась для подсветки, так скажем. Ну, когда в доме надо было просто посидеть в случае отсутствия света. А вот эта вот более мощная, 21 ватт, она, ну, вот как видите, еще работает, все как ни странно. Она использовалась, когда в случае отключения... Ну, пропажа напряжения в сети, она могла использоваться для того, чтобы что-то и поделать немножко. Ну, такая у меня была очень интересная, своеобразная первая система автономного освещения. По-другому никак ее назвать нельзя было, что она действительно только использовалась для освещения, по той простой причине, что преобразователей напряжения, скажем, из 6-220 не существует до сих пор. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Пока, до следующих видео.